Айго, всем привет, с вами Енот, с вами Крестный Отец, где мы захватываем уже дома. Эти богатые. Теряем свой бизнес. Но, в принципе, нам без разницы. Остался последний дом. You, да иди лесом. Так, и что у нас остается? Нам остается ехать туда и направо. И как-то их надо пробить. Как пробить их, пока не знаю. В этом и проблема. Ой-ой. Чё, фарит, не видели? Мне интересно, это уже конец или не конец? Типа, потому что если конец, можно переходить ко второй части попробовать. Если не конец, тогда странно, что будет. По идее, непонятно, когда будет получаться. Мы просто всех устранили. В чем прикол? Ну, все понимают, что прикол, что мы всех устранили. Но в чем прикол? Лани, неужели мы крестному отцу не отомстим? Бум-бум. Все, это хорошо, кто еще попадет? Давай. Давай. Черт. Собака. Да, сколько вас тут, ой-ё. Все, надо уходить, уходить, уходить и еще раз уходить. Вы чё? Как это прорваться буду? Да, вот к этому к пилюлькину я хотел, да? Почему я не могу с собой, допустим, взять пару этих аптек? Аптек, аптек, аптек. Где-то я увидел. Вот. Мы, то есть, можем поехать вправо вниз через этот и съесть. Понял. Нет-то куда лезть? Здесь я еще не ездил, просто интерес проехать.
вообще не ходит по дорогам-то, сошлепщи. Самое обидное, что как только ты умираешь, весь твой прогресс захвата пропадает. Я ж просил его отойти, а. Где-то слева должно быть от съезда, вон вижу. Интересно, сколько раз я еще умру? Они довольно хорошо защищены, и все их эти ребята такие живучие, прям ужас. Как жизнь? Да я-то не волнуюсь. Тебе надо волноваться, если со мной что-то случилось, я тебя убью. Таксишка какая-то медленная тачка вообще. И слабая, и медленная, и вообще... Хе. О-хо-хо! Смертельный номер, и машина не пострадала. Тут парковаться нельзя, чувак, понял? Будем считать, мы его просто наказали. Ну блин, вот надо было тебе подставить бок. Видишь, что я еду. Вот там что-то валяется. Так, стоп было. Надо бы одолжить какую-нибудь фуру эту. Реально не могу. Ну, вылазь. Давай. Собака, вылази, давай, я вот манчу перед тобой. Молодец. Заложите бомбу в подвалах зданий. Молодец. Кто еще есть? Мы знаем, что аптечка есть здесь валяется. Вот. Автомат бы я, конечно, взял. А толкашку бы попозже.
Все, красиво. Ого. Фак. Давай, вылази. Собака. Да, если патрон бы не было, он мог меня завалить. Фух, я жду, у меня патроны кончились, микердык. Так, что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Так, минус дом, но мы хотя бы один расфигачили. Их очень много. You look half dead. Need some help? Need some help. Need some help, yes. Get out of the fucking car. Очень много. Очень. Просто неимоверно много. Даже не просто неимоверно, а неимоверно много. Я фиг знаю, что делать с этим. Но один дом мы им сломали, их будет меньше. Их нереально много было, вы видели, выбежало, они уже кругом. Человек 20 стоит стрелять по тебе. И жизни у меня мало, конечно. Ладно, давайте возьмем этот фильм, получим опыт. Что, не хватило? Набрать звезды, ну топ, в смысле, заехать сюда. Так, один будет слева, сразу берем. Хара быть таким юрким. Стой, я должен успеть. Где ты? Да, есть дом.
Чоп. Там есть как бы аптечка, и как бы ее нет. Пак. И что делать? Машина как бы дайте мне, нет? Давай пока так подавим. О-о-о. А чё вас тут дерзко так много? Ай-яй-яй-яй. Я не понял, то сейчас чё было? Может, какой-нибудь из них выбью аптечку? А! Не выбил. Это было жесть, честно слово. Нет, не нужен Сэм Хелп, нужен Сэм Удача. Причем большой удача нужен, чтобы я смог здесь пробиться. Их там очень много, просто я не знаю, что делать. Все-таки надо было отступить. Если бы я отступил, у меня были бы шансы. Надо либо более дерзко, либо более аккуратно ходить. Одно из двух. Ну я же примерно знаю наизусть, куда ехать. Да. На тебе. Как ты меня бесил всегда. Помри. Ты ж вот тебе всала. Угу.
Есть. С трудом, но что поделать. Так что я могу сделать? Я могу сделать жизни себе больше еще. Да, потому что стрельба мне факту никакого не даст. Это что за уточный театр? Ой-ой-ой! Минус дом, это уже хорошо. Аккуратненько сняли. Отлично. Превосходно. А, еще вон бегает. Ты можешь не убегать. Аптечки здесь нет, да, нигде. Это плохо. Чей-то. Фильм? Ха. Воу-воу-воу! Фу! Чё творишь-то? Подвал, да, остался. Хо-хо-хо. Я-то особо и не хочу. Ого. Это просто жесть. Мне нужно выбежать и бежать в другой угол. Там у меня будет шанс только выжить. Других вариантов у меня нет.
Все, тикаем, 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 тикаем. Ай-яй-яй-яй. По осе постреляй. Фух. Так, навыки. Ну давайте улучшим себе стрельбу. Продолжим. Первый выстрел сразу в небо. Красиво улучшил. Все, да, мы поджали всех. Цели. Смотрите. Успехи. Нет. Прогресс. Все убиты. Осталось только Дон. Теперь нам нужно что сделать? Карта. Вернуться к нам, да? Это взять машинку и тупо вниз топить. Да! Фух, как я долго парился с этим домом-то. Теперь мне нужна какая-нибудь машина. Какая-нибудь быстрая нужна была. Ну ладно, так, что мы делаем? Мы сейчас топим вниз и просто вниз, да? Мимо милиции проехали, хоть бы хны. Либо они кривой алгоритм написали, либо типа специально так сделали. Я не могу понять. Фу. Интересно, если бы я сразу к ним поехал, они тоже были такие жесткие или нет? Я, по-моему, только один дом смог сразу захватить. Два домика. Обычно только один умираю, потом беру второй. И просто их нереал много, согласитесь. Но ты выходишь сразу все с пулеметом. И что ты сделаешь? Да ничего не сделаешь. Где скоростная машина, я не помню, ладно, уехал. Ну и вот. А вот машинка. Hey, взорвали основные дома их. Что они еще хотят, я не понимаю. Не знаю, что они хотят, но... Фига себе, это была авария, он даже рядность не забудал. Все-таки жизни очень важен здесь момент. Привет, дядя полицейский. Наверное, зря в него врезался, я думаю. Маленькая Италия. Хорошо, едем до поворота направо, если я правильно помню. Там должна быть постановка, которую я периодически сношу. Ну, не знаю, вроде она, но не она. Блин, я вроде только один раз врезался, а уже так, блин. Что за слабенькая машина? Не, ну игра для своего времени была огонь, топчик. Как сейчас, я бы не знаю. Не, ну понятное дело, сейчас бы никто играть не стал. Но в свое время она была хороша, очень хороша.
О, я стал доном? Офигеть. Офигали. Тут же другие были доны. Я что, всех подавил и стал доном? Так просто? Ну, слава богу, что это конец. Попробуем глянуть вторую часть. Может, она будет получше. Движение, недельный доход. Важно. Если у меня есть, а нет, есть. Так, и что мы тут у нас? Прогресс. Дон и Донни. Наверное, если все выполнить, все квесты. То есть, я стал доном, и что дальше? Зарабатывать на бизнесе, занимайся рэкетом, но можно заработать большие деньги. Понятно, все, это конец, остается только побочка. Да, понял. Ты еще меня учить будешь? Я тут семейство уничтожил целое. Стать доном Нью-Йорка? Аталия Корлеоне, Корлеоне. А где есть Нью-Йорк? Ну видите, это уже наш, и он говорит ехать сюда. Нажми. А, доном Нью-Йорка, вот этого всего. Не знаю, Донни, наверное, Дон Нью-Йорк. Ну и нафига это нам надо? Сюжет же никакой. Ладно, давайте на этом закончим. Мы стали Доном. И я не вижу смысла в дальнейшем. Но стать Донни, ну... Ну, нафига? Ладно, встретимся во второй части. Всем пока.